столице Коми началась подготовка к выставке «Достояние Севера». Она пройдет в Сыктывкаре 27 августа после двухлетнего перерыва. Такое поручение дал глава республики. Место тоже площадка ТРЦ «Июнь». На ней будут представлены муниципалитеты и предприятия региона, представители малого и среднего бизнеса. Само мероприятие будет включать в себя три больших блока. Первый – выставочный. Это и стенды внутри торгово-развлекательного центра, и экспозиция на парковке рядом. Там будут представлены образцы техники, мобильная библиотека и спортивные площадки. Второй блок – деловая программа из экспертных сессий, презентаций проектов, бизнес-тренингов и подписаний соглашения о сотрудничестве. Третий блок – культурная программа. Будет установлена несколько концертных зон. Новшеством станет экологическая аллея. Посетители смогут узнать о раздельном сборе мусора и поучаствовать в мастер-классах от экологов.